Так, ну что ж, Легион, Гидеон, ну, в целом, сами все знаете. Один из подписоты попросил сыграть именно с этим билдом. Давайте тогда и сыграем, собственно. Попытка наша третья или четвертая сыграть на Гидеоне. Я столько их выбил и столько их просрал, мне карты просто перебивали. Но ничего страшного. Блин, там чинят, неужели? Где он? Да ладно. В шкафу, что ли? Да. Ладно, это хорошее начало. До секущего понесем, давай. Не донесем уже, мне кажется. Хотя. Давай сюда, дорогой. Чувак очень сильно нашифтил. Такс. Всем хитулю. Тебе хитулю. А спасать его не собираются. Так. Хорошо. Пойдет. Пойдет. Первый есть. Точнее, второй есть. Не вижу смысла даже обилку на самом деле включать. Пойдем мы кладетки еще одну палеточку выбьем. Там дальше, думаю, сидит. Нет. Убежал отсюда. Да ладно. О, дружище. Ну да ладно, ладно, давай на обилочки пойдем. Хорошо, есть. А мы добежим вообще до него, интересно. Обилочка-то заканчивается. Успею ли я дать хит Сурву? Ну прям чувствуется, нужна подсказка, да? Хорошо. Хорошо. Все, бешеная скорость. И сюда. Затуннелили, правда, получается. Ну, уж извините. А че ливаем? Блин, ну всегда так, всегда. Легион, Гидон ливают. Не хотят играть. Клаунофобия, наверное, мешает им полечиться. Ну. Как вариант, да? Давай врубим, чтобы у нас откатился генератор наш. Давай за ним же пойдем. Вот чувак делает правильно, кстати говоря. И сейчас идеально сделал. Он взял, закрыл. Скидывай. Вот это ошибка. Это реально ошибка была от него. Да. Олег! Слушай. Я даже ничего говорить не буду. Он пытается орех прожать, когда он под глубокой раной. Ну, это смешно. Это смешно. Так, погнать дальше. Интересно, они вылечатся, смогут? Ah!
Куда ты лечишься, дорогой? Погнали дальше. Откатываем генчики в обилочке. О, не доходим до него. Зато палетку скинул. О, тетю. Пора падать. Так. Сюда. Ну, ребят, игра за легионов всегда меняется, как только первый сурф ливает или выпиливается. На обилке не особо есть смысл бегать. Думаю, челик там же, кстати, сидит, лечится. Пойдем проверим. Это ливнувший, походу. Ой, столько времени потерял. Пора откатывать генчики. Хорошо. Не успеем. Ну что ж такое-то? До свидания. Да. Ай, сюда. Не, ну, не знаю. Чё? Не сказал бы, чтобы если еще один тип остался, то они бы выиграли. Не думаю. Ой, как не думаю. Там также сидит, чинит, кстати, она. Более чем уверен. Ну. Сидит, чинит ей по кайфу. О, мы видели прям. Не, давайте, знаете, что мы вернемся, короче, его додушим. Я вот что подумал. А то он чинит генчик, ну, некрасиво, согласитесь. Будьте, господи. Кладеточки всякие. Слушай, а я хочу на тот же гем прибежать. Она же сидит, чинит дальше. Хорош чинить! Ай, красота! Не, ну... Сидит, чинит, лагается, посмотри на нее. Может, если там же вдвоем остались, то это фришно сейчас будет. Ну и все. Наш дружочек-пирожочек. Я все-таки, оказывается, перелез. Я-то думал, сейчас обходить придется. Ну, короче, билд не реализован, я считаю. Ну, либо типы как раз-таки поняли, что клоунофобия, что Гидеон, и они все поливали. Гидеон, и они все поливали. Ну, какая-то такая каточка. Я уже не буду пятый раз искать, пытаться переигрывать. Я думаю, это еще более-менее удовлетворительно. Да и Гидеон сейчас хрен найдешь, ребята, если честно. ГГ? ГГ? Так, надо поломать стены. А почему я здесь сломал тогда? Интересно. Когда я здесь успел сломать стену, тоже интересно. Ну ладно.
ГГшечка, ГГшечка, сейчас посмотрим, что Сурвики только напишет. Думаю, они не особо довольны таким исходом. А, ГГ написал. Не.